Мене звати Олександр Кравчук, я редактор журналу «Спільне», і сьогодні ми продовжуємо нашу конференцію економічним блоком. Робоча мова у нас буде російська, так як всі учасники нею гарно володіють. Тому я привітаю наших друзів. Сьогодні у нас представники із 4 стран, як мінімум, Росія, Білорусь, Україна, Германія. І сьогодні ми говоримо об економіці в рамках конференції «Фейербах 11», после 1991 постсоветские траектории. И, конечно же, анализ того, что произошло с нашими странами за 30 лет без экономики, был бы, конечно же, неполным. После того, как распался советский блок, каждая из стран пошла в чем-то схожим, чем-то другим путем. И сегодня как раз мы хотим услышать оценку представителей, политэкономов, в том числе из разных стран. Я буду представлять, наверное, по очереди. Или я причешусь, надо минуться. Кого-то. Я, значит, технически попрошу тех, кто не говорят сейчас, выключать микрофоны и быть в пределах тайминга. У нас много участников, до 15 минут. Итак, первым у нас будет Феликс Яйднер, это исследователь из Германии, потому что постсоциалистический блок – это немножко шире, чем постсоветский. У вас тоже происходили и процессы интеграции, когда это тоже была административная экономика, и после объединения, наверное, тоже произошли изменения. Но Феликс исследовал именно последствия распада Советского Союза, он может рассказать какую-то общую оценку этого процесса и, может быть, также о том, как это, значит, откликнулось для Европейского Союза. Поэтому слово Феликсу. Да, спасибо за приглашение и за представление. Я тогда сразу начну с докладом. Так. Думаю, что, значит, в силу различных исторических, также культурных и социальных условий ход капиталистической трансформации в каждой стране, конечно, имеет свои особенности. Несмотря на это, можно наблюдать общие тенденции этого процесса в постсоветском пространстве. И, на мой взгляд, характерным для всех постсоветских стран является возникновение периферийного капитализма. Это, на мой взгляд, напрямую связано с трансформацией в 90-х годах, процесс, который российский историк и активист Борис Кагарлицкий называет капиталистической реставрацией. Во-вторых, возникновение периферийного капитализма связано с особенностями интеграции постсоветских стран в глобальную экономику, где они в основном занимают роль поставщиков сырья и находятся в нижней части глобальных цепочек создания стоимости. Начиная с короткого описания нелиберальных реформ, мне хотелось бы определить понятие периферийного капитализма и также разработать его характерные черты в постсоветском контексте. Особенное внимание хотелось бы уделить роли государства, его функции в процессе трансформации и его отношения с новой буржуазией. Почему, на мой взгляд, это чрезвычайно важно, поскольку все аспекты определяют отношение власти до сегодняшнего дня. Вторая часть моего доклада посвящена значению постсоветской трансформации для развития евросоюзных стран, а также для Германии. Я думаю, что этот шаг позволяет обсудить значение нелиберальных реформ на постсоветском пространстве в более широком контексте. И мне бы было интересно, может быть, с вами тоже обсудить этот вопрос. Так вот, думаю, что важно подчеркнуть, что в отличие от, например, Китая,
большинство постсоветских стран отказало от постепенного перехода к капитализму под руководством государства. Вернее, посредством шоковой терапии целью было сделать реформы необратимыми, как сказал российский президент Борис Ельцин. И поэтому основное внимание уделялось накоплению капитала и классовой поляризации, которая была неизбежно связана. Следовательно, это особенно агрессивная форма накопления путем экспроприации. Общим для всех стран является отказ от советского общественного договора, и это видно на примере приватизации общественного государственных секторов, таких как образование, здравоохранение. Но и с другой стороны, это видно, когда мы наблюдаем рост уровня насилия. Это подорвало доверие народа к политической системе, ее представителям и государству. И что еще интересный такой момент, в России уровень насилия до сих пор довольно высокий, хотя в российском контексте очень часто говорят о стабильности, но о высоком уровне насилия свидетельствуют регулярные рейдерства или ситуация на Северном Кавказе. Так что я думаю, что вот этот уровень насилия является важным характерным чертом современного капитализма в постсоветском пространстве. Тем более все постсоветские общества являются сильно фрагментированными классовыми обществами. И более того, различия в уровне развития увеличиваются, так как между более благополучными странами Россия, Белоруссия, Украина и бывшей советской периферии Кавказ и Средняя Азия, ну так и внутри стран. Это, на мой взгляд, здесь второй момент важный. Предпосылкой для ведения капитализма была активная роль государства, так как оно продвигало шоковую терапию против социальных сопротивлений. Вопреки либерального нарратива, буржуазия возникла не благодаря инновационным бизнес-идеям, а в результате присвоения собственности ранее принадлежавшей государству. И поэтому отношения собственности остаются неопределенными и спорными. На мой взгляд, это устанавливает неравные властные отношения между частным капиталом и государством и объясняет доминирующую роль последнего. С другой стороны, прямая связь между властью и капиталом ослабляет целостность государства и способствует неэффективности или даже отсутствию государственной политики в определенных областях. Хотелось бы еще коротко поговорить о значении постсоветской трансформации для развития глобального капитализма или, ну, хотя бы для евросоюзных стран. Я думаю, что, во-первых, нелиберальная трансформация в постсоветском пространстве является продолжением процесса реорганизации мировой экономики, которая начался Чили во время Пиночета и введением нелиберальных реформ в центре капиталистических экономик США и Великобритании.
все-таки трансформация Восточной Европы и в постсоветском пространстве произошла в той части мира, которая была до 90-го года не капиталистической, а социалистической. И на фоне этого вместо эти регионы стали так называемые лаборатории для новой экономической политики, которая отражала и на евросоюзные страны. В это время мы наблюдаем, значит, в начале 90-х, мы наблюдаем возникновение нового типа общественного регулирования. Немецкий политолог Йоахим Хирш говорит о возникновении национального государства конкурентных отношений. Под этим подразумевается государственная политика, которая направлена на улучшение конкурентоспособности национальной экономики, то есть государственные законы, политические стратегии должны обеспечить позицию национального капитала в отношении других стран. Экономика Германии, в частности, может извлечь большую выгоду из этих событий. Немецкая экономика очень направлена на экспорт, и за короткое время она стала доминирующим экономическим игроком в Восточной Европе, а также имеет очень важную позицию в постсоветском пространстве. Однако это делается в ущерб внутреннему развитию, развитие заработной платы стагнирует, и это способствует неравному развитию в целом Евросоюзе. Хочу напомнить, что именно в это время формируется разрыв внутри Евросоюза. С одной стороны, мы наблюдаем возникновение нового экономического центра вокруг Германии, так называемый центрально-северный блок, и возникновение южной периферии и восточной периферии, это бывшие социалистические страны. Так что и здесь мы наблюдаем сильную поляризацию, которая очень часто оправдана глобальной конкуренцией. Последствия трансформации значительны и для левых сил, потому что больше не существует реальполитическая альтернатива капитализму, и это особенно ярко видно на фоне сегодняшнего кризиса и отсутствия левого нарратива, который может, может быть, вовлечь и мобилизировать людей. Поэтому хотелось бы еще, может быть, с вами потом обсудить этот вопрос. И благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Феликс, за общее введение в тему и за то, что ты был лаконичен. Это тоже важно. И действительно интересно, что после того, как исчезла так называемая эта красная дубинка для государств Запада, то почему левые не смогли, скажем, переосмыслить и предложить, да, новую альтернативу, которая будет не возвратом к тому, допустим, времени, когда был Советский Союз, и ориентирование на какую-то более консервативную повестку, а что-то новое. Я думаю, что мы надеемся, по крайней мере, здесь, что это будет еще впереди. Дальше я хотел бы передать слово Илье Матвееву, кандидат политических наук. Он исследует как раз вопросы политэкономии в России после 91-го года, все, что связано с олигархами и другие интересные вещи. Если можешь, Илья, можешь нам про российский контекст и то, как происходила трансформация в вашей стране. И у нас из Украины это видно как
что-то более централизованное в сравнении с нами. Некоторые считают, что это больше порядка, значит, и стабильности, но мы понимаем, что за этим стоят другие вещи. И, в общем, расскажи нам, что происходило с экономическим развитием России после 1991 года. Хорошо, спасибо. Сейчас запущу презентацию. Есть. Видно презентацию, да, коллеги? Да, хорошо, у меня там на самом деле буквально два слайда. И, конечно, трудно рассказать все о России за 15 минут, поэтому я попробую наметить даже не самые основные моменты, а просто то, что мне кажется важным вот в нынешней ситуации. Доклад мой называется «Между олигархами и авторитаризмом. Российская политическая экономия после 1991 года». Я бы начал с того, что вторая часть этого уравнения, авторитаризм в России, постоянно обсуждается и учеными, и прессой, и российской, и оппозиционной, и мировой. И, ну, то есть авторитаризм в России – это то, что на слуху. А вот первая часть, олигархия, она как-то ушла, мне кажется, из такого поля зрения. И вообще наличие в России крупного бизнеса оказалось как-то под радарами. Потому что был момент, когда олигархов в России все постоянно обсуждали. Например, это происходило в 90-е годы. В 90-е годы все время обсуждали там, семибанкирщину, то, что какие-то небольшая группа людей всем в России управляет. Это вот новоиспеченный крупный бизнес. Потом в начале 2000-х годов тоже обсуждали много олигархов, потому что пришел Владимир Путин, его риторика была такой жесткой, он обещал ликвидировать олигархов как класс, чего на самом деле не произошло, да, что мы даже можем видеть по этому графику. Потом были какие-то отдельные всплески, например, во время кризиса 2008-2009 года, когда вот Путин тоже как-то ругал олигархов демонстративно за то, что они не проводят социально ответственную политику, но с тех пор уже там, 10 лет ничего про них особенно и не слышно. В принципе, вот, российских олигархов никто не обсуждает, особенно по сравнению с украинскими олигархами. Когда говорят об Украине, постоянно говорят об олигархах, так или иначе. В России как будто сама эта проблема ушла в прошлое. Но на самом деле она не ушла в прошлое, скорее изменилась риторика власти и... Я этот вопрос специально изучал, и мне кажется, что поставлен такой целенаправленный блок на то, чтобы критиковать российский крупный бизнес. Вообще официальная позиция наших властей в том, что олигархов у нас в России нет, это осталось в 90-х годах, а также вот в Украине есть еще олигархи, а в России нет никаких олигархов, да, это все осталось в прошлом. Тем не менее, проблема никуда не ушла. Вот мы видим, что в 2020 году в России было, согласно рейтингу Forbes, 102 долларовых миллиардера. Что эти люди делают, каковы их политические интересы, да, каким лоббизмом они занимаются, об этом говорят очень мало, и сведений об этом на самом деле очень мало. Даже по сравнению с украинскими олигархами, вот в российском крупном бизнесе сейчас мало что известно. Тем не менее, вот этот график, который я взял из статьи команды под руководством Пикетти, вот статья по изучению неравенства в России, здесь мы видим долю состояния миллиардеров как доля ВВП. И в 2000-е годы в России происходит стремительнейший взлет, и с тех пор Россия на самом деле является мировым лидером по вот этому показателю отношения состояния миллиардеров к валовому внутреннему продукту. Вот оно осталось на уровне там, 35-40% ВВП, в других странах этого нет. И есть другие исследования, которые показывают, что концентрация богатства в нашей стране абсолютно аномальная на фоне любой другой страны в мире. Это тоже очень важно понимать. То есть ни Китай, ни США даже не приближаются к России в этом плане. Крупный бизнес успел наладить многочисленные неформальные связи с властью, поэтому каких-то преследований крупного бизнеса в России практически нет, происходит это очень редко.
каждый такой случай как-то вот максимально об этом распространяет информацию, на самом деле их можно пересчитать по пальцам одной руки. То есть после Ходорковского были какие-то случаи там Владимира Евтушенкова, например, или группы Сумы, братьев Магомедовых, близких Дмитрию Медведеву, бизнесменов, которые пострадали. Но в целом это очень редко. Эти люди себя достаточно неплохо чувствуют за счет своих многочисленных контактов со всеми уровнями нашей власти, включая даже уровень внешней политики. Вот приведу только один пример, потому что совсем без примера будет странно. Недавно выяснилось, что Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки, казалось бы, да, вот он имеет очень близкие связи с Годом Ниссановым, таким московским девелопером, строительным бизнесменом, и через это имеет связи в азербайджанской элите, что на самом деле на фоне вот конфликта между Азербайджаном и Арменией оказалось очень важным и, возможно, даже определяло там частично позицию России в этом конфликте. Вот. А в принципе, такие связи, они есть у всех крупных бизнесменов, они ими успешно пользуются. Но кроме того, есть также глобальный момент, который заключается в том, что в руках российских олигархов находятся деньги, которые они могут инвестировать, а могут и не инвестировать. Да? И это дает им огромный рычаг для давления на российскую власть, потому что, когда наша власть пытается как-то изменить коллективные вот эти отношения с олигархами, например, повысить какие-то налоги на них, да, они всегда говорят о том, что они просто уведут деньги из страны и будут инвестировать в каком-нибудь другом месте, и большинство таких предложений на самом деле ничем не заканчиваются, и вот в этих спорах крупный бизнес в большинстве случаев побеждает. Что тоже говорит о том, что у него есть большая власть в российской политической экономии. Вот второй мой слайд и вторая часть доклада. Александр попросил рассказать про будущее и про то, что нужно сделать в наших странах, какие есть планы, там, какие реформы. Тоже про это можно очень долго говорить, но я вот один простой момент рассмотрю. Государственные расходы на образование и здравоохранение как процент валового внутреннего продукта. Здесь мы видим уровень в России и уровень в среднем по Организации экономического сотрудничества и развития. Что ЕСР, в которую Россия почти уже вошла в 2014 году, но потом случился Крым и Донбасс, и тогда этот процесс был установлен. То, в принципе, Россия по своим параметрам соответствует странам, да, развивающимся, которые входят в ЕСР. Тем не менее, в среднем по ОЭСР мы видим, что расходы на образование больше 4%, государственные расходы больше 4% ВВП, в России не доходят до 3% ВВП. В здравоохранении еще больше этот разрыв, в среднем по ОЭСР больше 6%, у нас чуть больше 4%. Соответственно, я заглянул в нашу бюджетную статистику и посчитал, сколько нужно потратить денег в России для того, чтобы достичь вот этих показателей. Вообще Алексей Навальный в своей программе президентской еще в 2018 году, когда он пытался баллотироваться в президент, он сказал, что нужно в два раза поднять расходы на образование и здравоохранение. Ну, это как-то выглядит как произвольная такая цель, звучит красиво, но, в принципе, наверное, слишком даже амбициозно и невыполнимо. Но, с другой стороны, повысить расходы до вот этого среднего уровня по ЕСР, на мой взгляд, эта цель вполне реалистичная. И более того, кто-то скажет, что главный экономический рост, вот если будет экономический рост, тогда и социальные расходы будут расти. И на самом деле я согласен, экономический рост важен. Но с другой стороны, вот здесь мы видим именно момент чистого перераспределения. Каким бы ни был экономический рост, есть вопрос того, что в России систематически тратится денег на образование и здравоохранение меньше, чем в других развитых странах. Вот. Соответственно, чтобы этот разрыв преодолеть, нужно всего-навсего 4 триллиона рублей. 4 триллиона рублей. А, опять же, кто-то скажет, нужно просто забрать деньги у военных, у правоохранительных органов, перераспределить внутри бюджета траты, да, меньше тратить на оборону, там, на вооружение, больше тратить на образование и медицину. Прекрасно. Но вот этот бюджет 2009 года, в нем общие расходы на оборону составляли 3 триллиона рублей, а все расходы на национальную безопасность, то есть на всех остальных силовиков,
составляли вот чуть больше 2 триллионов рублей. Значит, получается, что если мы хотим достичь уровня ОЭСР, нам придется до нуля вообще сократить расходы на оборону и еще и половину отнять расходов у правоохранительных органов, что, конечно, нереалистично и невозможно. Что это нам говорит? Это говорит нам о том, что нужны какие-то в бюджете дополнительные источники дохода для того, чтобы осуществить эту реформу социальную, да, повысить расходы на образование и здравоохранение. Нужны дополнительные источники дохода, и просто так внутри бюджета перераспределение не поможет. Какие это будут источники дохода? Тут можно вернуться вот на первый слайд и, собственно, показать на эти источники. Вот эти люди и должны быть источником дополнительных доходов для бюджета. В какой форме это будет реализовано? Это вопрос. В России по-прежнему практически плоская шкала подоходного налога. Там в прошлом году была такая издевательская реформа проведена. Раньше у нас было 13% подоходный налог для всех. Теперь для богатых людей он стал 15%. Аж на 2% увеличился. Да? Вот. Что на самом деле немыслимая какая-то вещь. Там для любой другой страны такое вот издевательство, когда реформа явным образом проводится поверхностно и в таком пиар-ключе, да, без каких-то реальных изменений. Вот, конечно, нужна реальная, неэффективная прогрессивная шкала подоходного налога, ну и разные другие налоговые изменения, возможно, где-то даже национализация, потому что часть крупного бизнеса в России по-прежнему пользуется советским наследием и извлекает из него какие-то вот сырьевые сверхдоходы. Вот. В связи с этим я бы заметил, что Навальный, например, в своей программе он вопрос о том, что нужно повысить расходы на образование и медицину, поднимал, да, а вот где брать на это деньги, это он не объяснил, он сказал просто устранить коррупцию. Я, в принципе, согласен, да, вот устранить коррупцию – хорошая цель, но я думаю, что в итоге, даже если коррупция в России будет отсутствовать, да, как в самых прозрачных там, скандинавских странах, все равно без какой-то налоговой реформы то, что хотел бы Навальный осуществить в своей программе, было бы невозможно. И вот, поэтому на этом я хотел бы закончить. Что нужно сделать в России? Да? Вот как мы представляем себе будущее? Будущее мы себе представляем как глубокую системную реформу налогообложения, сопряженную с антикоррупционной реформой, для того, чтобы радикальнейшим образом изменить приоритеты нашей бюджетной политики в России. Вот это, на мой взгляд, для левых и, в принципе, для каких-то социал-демократических сил было бы важным и центральным требованием. Вот. Спасибо. Спасибо, Илья. Я думаю, что олигархами мы еще можем помириться, потому что в Украине, да, есть определенные, допустим, если взять корпорацию Метинвест и еще парочку буквально докинуть, то мы уже получим сопоставимые цифры. Вот. И во многом украинская политика как раз в Украине вращается вокруг вопроса, кто должен рулить здесь, да? То есть или местные олигархи. Ну, я думаю, эти вопросы больше Юля нам подскажет в своем докладе. Но, в общем, тема олигархии у нас тоже не ушла, и ну, у нас даже и не пытаются ее скипнуть, или даже наоборот, нынешняя власть пытается оседлать эту тему и говорить, как она борется с олигархами, хотя на самом деле мы понимаем, что они все еще сохраняют свое влияние. Дальше, я думаю, чтобы закончить международную тему наших соседей, мы передадим слово Вячеславу Ярошевичу, он тоже политэконом, прошу прощения, исследователь того, что происходит на постсоветском пространстве, и в том числе может нам рассказать про Белоруссию. В Украине очень интересно, мы смотрим на нашего самого северного соседа, как у нас есть такая вилка. С одной стороны, большинство населения еще до недавно, по крайней мере до протестов, хотело видеть батьку своим президентом, потому что у него якобы получается сохранять социальную стабильность. А с другой стороны, есть сейчас людей, которые говорят о явных нарушениях политических свобод и том, что эта стабильность достигнута большой ценой. Вот. Но мне кажется, что это немножко черно-белое представление картины белорусской социально-экономической жизни. Хотелось бы услышать о том, как Беларусь переходила к своему государственному капитализму, если можно ли так вообще говорить.
И какой стал новый общественный договор, что изменилось, и да, какие пути сейчас в Беларуси после того, когда они тоже подпали под санкции западных правительств. Вот. Итак, Вячеслав, вам слово. Вас не слышно, включите звук, пожалуйста. Сейчас слышно? Отлично. Добрый день, да. Спасибо большое за приглашение, за презентацию моей персоны скромной. Ну да, я хотел бы как бы сфокусироваться на своей родной стране и начать с политэкономического такого тоже контекста. Тут все говорили о трансформации, о нелиберализме, об олигархах и о государственном капитализме, вы как бы резюмировали. Мне кажется, Беларусь, она сильно отличается от этих всех концепций, понятий, она не вписывается. Ну, в первую очередь, потому что с 1994 года у нас президент Лукашенко, который делает все возможное, чтобы Беларусь была вот уникальным случаем на постсоветском пространстве. Он не приемлет нелиберализм как идеологию. Об этом он говорил открыто еще в конце 90-х годов на всевозможных совещаниях по идеологической работе. Есть цитаты, в том числе и в моей диссертации, которую 15 лет назад защищал. Но суть не в этом. Суть в том, что в Беларуси с приходом к власти Лукашенко летом, в конце лета 1994 года, фактически была свернута приватизация. То есть фактически был повернут вспять процесс изменений радикальных отношений собственности, который определил характер трансформации практически во всех остальных странах бывшего социалистического мира. И поэтому в этом плане Беларусь, она действительно уникальна. Ну, понятно, что какие-то реформы проводились и проводятся, но вот такой базисной реформы, реформы отношений собственности в Беларуси не было. Я прошу прощения, это у меня звук. Надо сейчас немножко его зарядить. Сейчас. Извиняюсь. Не было, и пока у власти находится Лукашенко, который готов, как мы в прошлом году видели, браться за автомат в случае необходимости, летать в Кремль, просто в Россию, чуть ли не каждый месяц для того, чтобы свою власть сохранить, я не думаю, что что-то изменится в стране. Тем не менее, не надо думать, что Беларусь это какой-то, ну, я не знаю, заповедник там социализма и так далее. Ну, опять-таки, конечно же, есть частная собственность, и некоторые сферы, например, та же розничная торговля, практически на 100% частная. То есть, ну, что касается, конечно, промышленности, там, сельского хозяйства, здесь, естественно, доминирует государство. Ну, опять-таки, это не значит, что в Беларуси, как вы сказали, государственный капитализм. Я бы сказал, что в Беларуси какой-то гибридный капитализм. Сейчас же модно слово гибридное, да, то есть традиционное есть и что-то, да. Но я не скажу, что Беларусь это государственный капитализм образца царской империи, допустим, российской там, или даже современного Китая. Нет такого, по сути дела. Да, у нас есть собственники, но это, как правило, до уровня среднего. То есть индивидуальных предпринимателей полно, столько же, сколько в Москве, например, да, то есть сопоставимо с населением, много средних компаний, и многие из них довольно успешные, некоторые из них даже занимают какие-то мировые ниши, там, допустим, тот же ЭПАМ, там, если вы считаете белорусской компанией с точки зрения происхождения, ну, в целом сектор IT, там, в сфере безопасности, там Регула, такие компании есть, там, например, Полимастер, которые возникли, ну, например, там в пищевой промышленности Санта, такой большой холдинг, конгломерат, который там, я не знаю, сколько там долю российского рынка довольно крупную тоже имеет, может даже 1/4, в Беларуси половину, наверное, рынка молочной продукции контролирует. То есть все это есть. Но самое главное, в Беларуси так, как таковых олигархов, как в России или в Украине, ну, мне кажется, нет. Если они даже и появляются, ну, есть примеры их исчезновения, принудительного или как бы в течение обстоятельств, например, фамилия такая из Чиж,
Александр, да, считался чуть ли не топовым белорусским олигархом, а потом что-то там не пошло, какие-то бизнес-проблемы, значит, начал с компаньонами там судиться, с Епринцевым, еще одна такая фамилия мелькала в связи с ним. Ну, в итоге, где это чисто сейчас, сложно сказать, но говорят, в местах не столь отдаленных или под подпиской о невыезде, да. Сам факт, что его активы по-прежнему там где-то стоят, как и все говорят, вот дом Чижа, например, там в Троицком предместье. Но на самом деле, ну, он уже, скорее всего, давно не дом Чижа, там, и компании, которые ему раньше принадлежали, ликвидируются потихонечку, этот процесс идет без лишней такой, как бы, медийной полемики и так далее. Но тем не менее, как пример. Хотя, конечно, есть и другие примеры людей, которых называют олигархами, тот же Машенский, руководитель Санта, сын создателя этой империи, академика Машенского когда-то. Он не публичная совершенно персона, в хоккей не играет, как принято считать, что вот белорусские олигархи или как бы приближенные к Лукашенко должны обязательно играть в хоккей, чтобы иметь доступ к телу. Ну, не все способны, и некоторые, наверное, принципиально это не делают. Да, потому что играть в хоккей, вот показать, например, того же Баскова. У нас был такой хоккеист, руководитель хоккейной там команды. Ну, как говорится, после событий августа 2020 года тоже не может так играть в хоккей, как раньше, по крайней мере, в том статусе. Пришлось пойти в Сенат, в Верхнюю палату, его туда отправили, несчастного, да, но потерпевшего в этой жизни. Поэтому Беларусь, она уникально в этом плане отличается. И как бы давать какие-то такие вот оценки однозначные, что хорошо это или плохо, что мы отличаемся, сложно. Самое главное, что благодаря тому, что у нас не было той приватизации и шоковой терапии в целом, но удалось, конечно, поддержать социальную сферу. То есть, по крайней мере, предотвратить ее коррозию, такую необратимую, которая, может быть, имеет место во многих других странах. И вот то, что вот социальная сфера на самом деле существует и работает, ну, тут не только статистика, тут просто жизненный опыт говорит о том, что это то, чем на самом деле белорусы могут гордиться и дорожить. Хотя, конечно, проблем хватает, но тем не менее, пенсии выплачиваются на уровне 40% от средней зарплаты, затраты на здравоохранение находятся на уровне где-то 6% ВВП, вместе, если считать, и все затраты, не только государственные, но и частного сектора. Кстати, частная медицина в Беларуси тоже есть, например, стоматология практически полностью частная, как-то не странно, да, то есть есть определенные такие нюансы. На образование расходы, конечно, не такие большие, как в странах ОСР, но, тем не менее, тоже есть свои нюансы, например, высшее образование в большей степени финансируется частным образом, чем государственным. То есть, например, при поступлении квоты остаются на том же уровне бюджетных мест, в то время как спрос постоянно растет, и весь практический спрос дополнительно на высшее образование покрывается платным образованием. То есть государственные вузы, они фактически превратились в какие-то корпорации по зарабатыванию на студентах, которые готовы платить, несмотря на то, как там качество обеспечивает или нет. Поэтому, ну, опять-таки, по поводу перспектив, способна ли Беларусь сохранить свою какую-то уникальность в нелиберальном таком контексте региональном, трансформационном, очень сложно сказать. То, что вот мы имели место видеть в прошлом году и происходит до сих пор сейчас, говорит о том, что, ну, на самом деле у Запада, наверное, уже терпение закончилось. Попытка свергнуть Лукашенко, это была не первая. Самая до этого была такая яркая попытка, это площадь 2010 года. Потом мы видели определенный возврат к нормализации отношений, особенно 2014-2015 год. Я это по себе могу судить, что я в то время как раз занимался проектом Совета Европы в Минске и видел своими, щупал, то есть все эти контакты, которые разрастались, эволюционировали и так далее. Ну, опять-таки, в прошлом году на этом, на всем был поставлен крест, и вот все те шаги, которые были сделаны после площади, там, начиная там, может, с какого-то года 12-го, 13-го, и все не закончились. То есть был шаг вперед, сейчас два шага назад. И мне кажется, опять-таки, то, что вот
сейчас вот в стране происходит с точки зрения политэкономии, это какое-то, может быть, временное состояние, какое-то, может быть, затишье, когда эта буря опять разразится, сложно сказать. Политические, конечно, все вот эти вот болячки, они накоплены, они хотели взорваться в прошлом году, удалось их как-то прикрыть, но, опять-таки, ну, ничего на самом деле толком не решилось. Политический кризис, он никуда не ушел. И попытки властей его как-то сгладить, они носят какой-то неуклюжий характер, я бы так сказал, особенно это со стороны видно. Но, тем не менее, с точки зрения экономической, предпосылок для такого взрыва, как был в прошлом году, очевидно, не было. Это признают и некоторые, даже вот западные эксперты, экономисты, с которыми я общался в Германии, которые, например, приехали в Германию, жили в Беларуси, они говорят, ну, немножко был опережен, с точки зрения вот экономических предпосылок, процесс опередил сам себя. То есть какое-то определенное было несоответствие, да, политической повестки, экономической ситуации. Может быть, это была главная причина, почему. Особенно с учетом того, что социальная сфера в Беларуси, на самом деле, она не такая уже убогая, как ее пытаются там сейчас вот представители оппозиции и там, и здесь, как бы, сказать, что в Беларуси, на самом деле, там все это выдумано. Это не выдумка. Беларусь, на самом деле, отличалась, и я думаю, еще некоторое время будет отличаться в лучшую сторону от средних показателей по региону, потому что у государства есть гораздо больше рычагов перераспределять ресурсы в социальную сферу, чем ежели бы было место какая-то олигархическая модель, в той же России, например, да. То есть вообще государство, мы часто очень даже вот его представители, не только Лукашенко, но и другие говорят, что наша главная задача – это рабочие места, это достаток в семьях и так далее. Нам не важно там показатели прибыли и так далее. То есть почему я говорю, что Беларусь – это не капитализм, даже государственный? Потому что в капитализме самая главная забота – о капитале. А в Беларуси, наоборот, о человеке, по сути дела. Даже если это идет в ущерб каким-то экономическим законам, экономической логике. Беларусь, на самом деле, страшно неэффективная экономика в плане, там, особенно что касается госсектора. Сплошь закредитованная, сплошь в неплатежах, инфляция разгоняется сейчас неизвестно в какие выси. То есть проблем более чем достаточно, но опять-таки, потому что вот есть такая вот железная воля со стороны власти пытаться постоянно эти проблемы держать под крышкой, вот уже более четверти века это каким-то образом удавалось. Что будет сейчас? После вот политических событий, с учетом пандемии, потому что в мировой экономике сейчас тоже неопределенность возросла до каких-то там, я не знаю, высот, непонятно, что будет дальше. Ну и опять-таки, Беларусь очень сильно зависит от России. Фактически, ну, зависимость там прямо пропорциональная. Ну, а Россия, в свою очередь, очень сильно зависит от цен на нефть. А тут уже, кстати, у Беларуси зависимость немножко такая своеобразная, казалось бы. Нам, как стране, которая не достает вот своих собственных этих углеводородов, низкие цены должны быть на руку. Ну нет. Потому что если цены на нефть падают, как было, например, в прошлом году, сокращается спрос в России, как основного рынка сбыта для нашего промышленного сектора, который достаточно большую имеет роль в экономике. Поэтому вот то, что сейчас происходит, цены на нефть к сотне приближаются, опять-таки понятно, что оптимизм какой-то растет в экономических вот кругах, в Минфине, например, там где-то, Нацбанке, то есть понимают, что какое-то время можно переждать. То есть уже удалось как-то протянуть с прошлого года больше года. Если еще год продержаться, я думаю, власть, она сможет, по крайней мере, попытаться так вот радикально повестку в свою сторону развернуть. Опять-таки, удастся ли еще там на 5-7 лет это все так, как раньше было, сложно сказать. Ну, многое будет зависеть еще от позиции России в этом плане, потому что были договоренности о конституционной реформе, уже есть конкретные какие-то сроки проведения референдума по новой конституции. Что в итоге будет, ну, посмотрим. Посмотрим. Я надеюсь, что я не сильно свой регламент перебрал. Если какие-то вопросы, буду рад ответить. Спасибо, Вячеслав. Звучит все достаточно более оптимистично, чем мы ожидали в плане экономической ситуации, я имею в виду. Но, наверное, да. То есть это, как вы сказали, эта каша под крышкой может, этот горшочек может варить, пока
работает в связке с Россией, да, и ориентация на доступ к ее рынкам. Я понимаю, есть какая-то льготная, грубо говоря, доступ к этим ресурсам. Спасибо. Если много о чем подумать, может быть, мы потом в дискуссии еще поспрашиваем. Переходя ближе к Украине, я бы хотел дать слово сначала Юлии Юрченко. Она докторка философских наук и работает сейчас в университете в Гринвиче, хотя сама родом из Украины. И, я так понимаю, она больше занимается международным аспектом политэкономии. И она бы как раз могла вот продолжить логично дискуссию о том, какое место Украины сейчас в этом международном распределении труда и как это влияет на, собственно, на нашу социально-экономическое развитие. Вот. Юля, тебе слово. Спасибо большое. Александр, спасибо. Как панелисты будут по-русски? Участники панели? У меня мало практики с русским, поэтому если буду говорить какие-то обороты речи, вы меня извините, пожалуйста. Я буду стараться как могу. Спасибо огромное. Отличное заседание. И действительно очень много пищи для мыслей. И я с нетерпением жду дискуссии. Я хочу... Действительно, вот как Александр говорит, немножко дать какого-то более глобального контекста. Я писала неоднократно про разные аспекты украинской экономики и место Украины в глобальном распределении труда и всего, и интересов, и всего остального. На чем хочу как бы сосредоточиться сегодня, это вот особенности украинского капитализма и некоторые аспекты неоколониализма и многовекторности и одновекторности, и какую цену Украине приходится за это все платить. Естественно, также в контексте неолиберальной клептократии, под чьим игом Украина находится уже не первый год на самом деле. То есть, как в моем анализе, Украина находится между вот этой давкой неолимперистической на капиталистических рынках и также находится в руках правителей местных, которым интереснее набивать свои карманы и разворовывать государственное имущество, а не заботиться о том народе, которому они обещают служить. И действительно, в 19-м, когда Зеленский был выбран президентом, и партия «Слуга народа» заняла парламентское большинство, для многих это было позитивным каким-то сигналом, но для меня это сигнализировало о новой фазе фракционного соперничества олигархического класса. И вот недавний скандал с офшорами, участие Зеленского и его конторы в офшорах, действительно, меня на самом деле ни разу не удивило. Я так думаю, мало кого он действительно удивил, потому что, как Александр уже заметил, действительно, пришедшие в 2012 году к власти люди не были настолько далекими от капиталистических фракций и большого капитала Украины, как бы хотелось. И не только Украины в этом плане. Я выписываю социологию этого всего. Это долго занимает время. Что это еще значило, этот приход так называемых новых людей? Для меня это значило дальнейшее воплощение неолиберальных реформ, усиление влияния транснационального капитала на рынке Украины, включая российского, ослабление отечественных экономических игроков. Я имею в виду здесь малый и средний бизнес, олигархические предприятия, в зависимости от сектора и политических альянсов себя чувствовали намного лучше. Это все, естественно, таким образом разыгрывается благодаря неравномерной конкуренции и усилению этой конкуренции в данной конъюнктуре. И такая конъюнктура ведет к чему? К потерям населения и рабочей силы через миграцию и эмиграцию, и к разочарованию украинцев в возможностях в будущем, и тех, которые остаются в Украине, тех, которые уезжают, и действительно отток рабочей силы, отток населения, отток народа украинского, граждан был и остается на сумасшедшем уровне за последние несколько лет, особенно после того, как разразился военный конфликт на Востоке. Вернемся же к макрокартине. То есть Украина потерпела еще до того, как произошел военный конфликт,
и эта эскалация геополитическая в регионе, Украина очень сильно пострадала экономически через ряд кризисов и сбоев. Мировой финансовый кризис, который начался в 17-м, докатился в Восточную Европу толком в 9-м году. И сейчас, и теперешняя великая ковидная рецессия, как я называю, которая есть последним апогеем неолиберального капиталистического сбоя, сильнее всего ударили по периферии глобального капитализма, в который включается, конечно же, Украина, печально известная неудовлетворительным соблюдением условий Европейского Союза и МВФ. К сожалению, история предопределяет, но не определяет пути бывших колоний, которой является Украина. Старые зависимости в сочетании с новым выявляют следы колониального и постколониального наследия, которое выражается, среди прочего, в манипулировании долговой геополитикой, что ставит под угрозу осуществление суверенитета в Украине и подрывает возможности стабилизации социального, экономического и политического порядка. Верховенство правил и бюрократии в сближении с ЕС, какими бы дорогостоящими они ни были, как бы к ним ни стремился настраждавшийся украинский народ от беззакония, их можно рассматривать как меньшее зло, особенно потому, что альтернативно считается, во всяком случае, в Украине движение в сторону России. Это теперь, боже упаси, мы не можем этого себе позволить в данной ситуации. Это, конечно, сарказм, я имею в виду. То есть в Украине это единственная альтернатива, Евросоюз считается Россией. Какое-то автономное движение политическое не рассматривается вообще. Россия рассматривается как страна, где абсолютно игнорируется право, и действительно Украина игнорирует, Россия игнорирует право Украины существовать, как функционировать как суверенное государство, и в таких условиях, естественно, разговоры о каком-то братстве и налаживании отношений очень сложно вести. Независимый, так называемый независимый путь Украины после того, как распался Советский Союз, был довольно-таки нелегким, как и у других республик. Появившийся новый капиталистический класс, используя множество уже имеющихся и постоянно расширяющихся механизмов накопления, легальных и незаконных в мировой системе капитализма, начал формировать свои фракции, этот новый капиталистический класс, и стремился обеспечить себе беспрерывность расширения экономической агенции в условиях постоянного внутримеждуфракционного соперничества, которое, опять же, подрывало стабилизацию нового социального порядка. Мы, то есть, видели разные группы, Кравчуки и Кучмы, и Януковичи, и Ющенки, и разные партии и олигархи, которые ассоциировали себя с этими политическими партиями, они никак не достигли никакого консенсуса между собой и постоянно дестабилизировали ситуацию в стране, что опять же и рвали ее то на запад, то на восток, что опять же не помогало никакой стабилизации в стране и какому-то определенному курсу развития. Более того, за счет концентрации капитала в финансово-производственных группах, которые участвуют в создании прибавочной стоимости через товарный, производственный и денежный оборот одновременно, при непосредственном участии в законотворческой и политической деятельности, олигархический капитал Украины стремится выйти за пределы возможного, которые заложены в каждом из этого оборота отдельно. То есть они идут, внедряются и вертикально, и горизонтально, при этом идут сами в депутаты, идут во власть. То есть таким образом некоторые авторы, некоторые экономисты пишут про state capture, то есть захват государства капиталом, что действительно на разных периодах существования так называемой независимой Украины, я ее независимой не считаю, это было более или менее проявлено, но эта зависимость на самом деле она есть, она просто по-разному себя показывает. И это вот эксцессы накопления капитала достигаются за счет внутренней и внешнеэкономической политики, которая предполагает избирательную либерализацию или протекционизм, который благоприятствует олигархическому капиталу и созданию виртуальных пространств, как их называют в своей работе, где накопление этого капитала может происходить, такие как, например, офшоринг доходов или создание так называемых черных дыр в экономике. Это проявляется делается в основном через хищение государственного имущества, за счет приватизации, начиная от примитивного, как бы начального накопления капитала до концентрации его в этих вот огромных предприятиях, финансово-промышленных группах и, по сути, в руках олигархов.
Также за счет неолиберальных реформ, которые, опять же, предлагались и продвигались МВФ и ЕС, а Украина, естественно, должна была следовать этим реформам, потому что у них, у Украины, не было своих никаких финансовых массивов, когда она стала так называемой независимой, ей нужно было принимать какие-то условия от МВФ. Но вот местные вот эти местечковые олигархи, они под себя подстроили, адаптировали эти реформы и таким образом создали из себя вот таких вот непокорных, огромных олигархов, которые вроде как бы правила создают, вроде по правилам играют, но они ними манипулируют и таким образом контролируют огромную часть внутреннего рынка. И за счет того, что они разрослись огромным образом на внутреннем рынке, они, естественно, уже стали функционировать как международные корпорации, эти финансово-индустриальные группы. Конечно же, самая большая – это Рината Ахметова группа, TSC, как она называется, Capital Management. Но их, естественно, довольно-таки много. И вот эти неолиберальные механизмы накопления, которые под видом свободных рыночных демократических реформ были использованы олигархическим капиталом, внутренним и иностранным, для обездоливания и экспроприации масс, и государственной собственности, и природных ресурсов, и природных ресурсов. Некоторые из последних вариантов этого мы наблюдаем в давке в сторону приватизации земли и вырубки леса из Украины в Европу. Этому следует очень большая проблема, вот эта долговая зависимость, которая ухудшается за счет того, что огромное количество денег остается в офшорах и не реинвестируется обратно в государство, получается, усугубляет ситуацию долговой зависимости с международными организациями, должниками. И из-за этой проблемы вытекает следующая проблема. Это эрозия или подрыв суверенитета долгом, которая парализует любое потенциальное правительство, которое бы не пришло к власти в Украине. То есть, опять же, когда Украина стала независимой, у них своих денег не было, надо было одалживать у МВФ. МВФ, естественно, говорят, вот эти вот реформы надо сделать, вот это надо приватизировать, и все пятое, десятое, стандартный вариант, который продвигается везде. А у меня сколько там, минуты три осталось, Саш? Четыре минуты, Юля. Прекрасно. Окей, сейчас, секундочку. Я боюсь, чтобы лишнего не красть чужое время, чтобы не экспроприировать чужие ресурсы. Вот. И да, эти раздатели суд, которые структурируют, эти суды Международного валютного фонда, они структурируются таким образом, что их очень сложно выплатить. И в то же время они создают условия для продолжения сбора процентов и служат инструментами контроля над правительствами заемщиков. Иногда действительно долг используется в качестве инструмента дисциплинарного воздействия против экономически или политически слабых правительств, которые пытаются встать на пути нелиберальной машины финансиализации. Мы видели, как себя Европейский Союз, Тройка, МВФ повели с Грецией, с Испанией, с Ирландией. То есть Украина абсолютно не уникальна в том, как с ней себя ведут международные судодаватели, но у нее, конечно, свои есть нюансы. Так, чтобы побыстрее это все пройти. Суверенитет – это очень важно, потому что мы слышим столько много. Украина должна быть независимой и газовой, и экономически, все остальное. И действительно, да, она должна быть зависимой, но она абсолютно независима, пока она находится в долговой зависимости. Потому что суверенитет – это само понятие его, оно неумолимо связано с осуществлением власти, которая размывается фактически, утрачивается в Украине и в других местах по мере того, как долговая хватка расширяется и усиливается, и ее условия множатся. В экстремальных случаях, таких как Греция, это демонстрируется, что вот они как-то себя вот не так вели, нужно, министры им привозили, ими руководили. У нас чуть по-другому. Мы вам не дадим следующий транш вашего долга, экономика может накрыться, поэтому проводите реформы, которые вам скажут. И это уже было заметно не первый раз. Таким образом, результаты политики формируются в Украине не из-за конфронтации, допустим, как в Европейском Союзе между Германией, Европейским Центральным Банком, Тройкой Ирландии или ЕС и Международным валютным фондом и Украиной в вопросах разработки политики
именно реагирования на экономический спад, а в том, что украинская экономика не может быть защищена от эксплуататорских и разрушительных последствий финансового накопления, которые усугубляют экономическую зависимость. И опять же, эти вот прессинги внешние на внутреннюю политику очень, очень заметны. В таких ситуациях этот долг, как инструмент внешнего контроля, Маркс еще про него писал, это инструмент внешнего контроля и экспроприации национального богатства в сочетании с современной системой налогообложения и торговыми режимами. Она является этим вот мощным фактором, который ослабляет автономию принятия решений, имеющую фундаментальное значение для любого значимого какого-то серьезного осуществления политического суверенитета. То есть долг ведет к отчуждению государства в государстве. Государство не является автономным агентом. Для того, чтобы и Украина таким образом, как и другие страны, которые находятся в периферии империалистического империи капитала, это метафора, которую я использую в своей книге про Украину, периферализация в империалистической сфере интересов ЕС для Украины проходит одному, в сфере интересов России периферизация проходит немножко по-другому. Но Украина, она в этой, как некоторые авторы называют, это буферная зона, я не люблю эту терминологию, но за неимением лучше, пускай на сейчас оставим. Потому как Украина находится на стыке неоимпериалистических интересов России и неоколониальных, опять же, неоимпериалистических интересов Евросоюза и Соединенных Штатов, она находится куда ты ни тыкнись, тебе в периферии оставаться, тебе никто никакой автономии и серьезного места за столом не предлагает. То есть ЕС также воспроизводит и материализирует наследие колониальных отношений, как внутри, так и в своем окружении, и определяет место в разделении труда в процессе накопления капитала исторически характерными неравномерными способами. То есть когда украинские политики думают, куда нам податься, на север или на юг, или на запад, или на восток, дело в том, что вот эта вот многовекторность, которая когда-то была во внешней политике Украины, на самом деле это была неплохая идея, потому что страны, которые в международном распределении труда и ресурсов находятся в периферии, чем более они находятся в этом неравноправной позиции с самого начала. И ожидать, что кто-то их каким-то образом оттуда поднимет, это просто наивно. То есть я сейчас последнее буквально предложение и я буду заключать. То есть назначенные роли в глобальном разделении труда связывают экономики с определенными путями и ограничивают возможности правительств регулировать хищническое, финансовое или спекулятивное поведение своих или же внешних, домашних или внешних экономических агентов, таких как корпорации. И это ограничивает государственный суверенитет, право издавать законы, приводить их в исполнение и вершить правосудие. И какая бы власть ни пришла, кто бы ни пришел власти с какими бы благородными намерениями, они связаны по рукам вот этими поруками. То есть пока эта долговая кабала не прекратится в странах, в странах-должниках, таких как Украина, какие бы благонадежные люди ни пришли к власти, мы никуда от этого не денемся. Сейчас, естественно, я не могу, Саша, я, к сожалению, не могу сказать, нет у меня меню на будущее, что конкретно нужно сделать. Но вот в этой долговой зависимости я вижу одну из самых больших проблем, в которой сейчас Украина находится, потому что ничего не сможет правительство никакое сделать, пока им не перестанут руководить извне. Тогда уже можно будет разбираться с местными олигархами. Спасибо. Спасибо, Юля. Массив просто целой информации. Можно сказать, да, обо всем, о том, что о внешнеэкономических связях Украины с ЕС, тройкой и ее вместе. Вопрос офшоров, например, мне очень такой триггерный и болезненный, когда мы занимались этой темой. В последнем исследовании в нашем журнале можно посчитать, только на кукурузе и пшенице за 2 года вывели 1,5 миллиарда долларов США. То есть эти суммы сопоставимы с бюджетами на социальную сферу в Украине, на, допустим, на социальное страхование, или, извините, на образование или на медицинскую сферу. То есть и когда ты общаешься с людьми, и говоришь им о том, что ну, что-то не так, и они говорят, ну ты критикуешь, а где вы найдете деньги? И
Вот, даешь им эти цифры, и они, ну, поражаются, потому что общий ответ, и тема забалтывается в дискурсе о том, что денег нет. Ну, вот, как бы денег нет, вы держитесь. Понемножку мы настроим институции, они будут работать, гражданское общество подключится, и тогда честный предприниматель даст нам всем заработать и отложить себе деньги самим на социальную какую-то помощь, например. Вот. Но на самом деле крупный бизнес работает по-крупному, и цифры в миллиардах, и это не гривны, а доллары. Вот. Поэтому, да, спасибо большое. Я хочу еще дать слово последней докладчице. Это Виталина Буткалюк. Она кандидат социологических наук, работает в Академии наук Украины. И как раз о том, в общем, что это, эти все последствия значат для граждан, что изменилось в социальной сфере. Поэтому, Виталина, передаю слово. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Во-первых, хочу поблагодарить за возможность участвовать в таком интересном мероприятии, потому что это действительно назревший вопрос провести критический анализ того, что реально происходит, происходило с нашими странами и какие последствия всего этого. И более того, даже очень хорошо, что мы поставили своей задачей найти, попытаться найти выход из той ситуации, в которой оказались наши страны. Я подготовила презентацию, подскажите, как мне ее... Саш, почему я ее не могу? А внизу есть демонстрация экрана, есть такая опция? Да, вижу теперь. Да, прекрасно. Да, мой доклад посвящен социальным последствиям неолиберальных реформ в Украине. Но в первую очередь хочу сказать, что на момент распада Советского Союза на суверенные осколки Украина была одной из развитых европейских стран в индустриально-аграрном, научно-техническом и культурном отношении, и по имеющемуся потенциалу она превосходила показатели, многие показатели многих советских республик. Это позволяло многим экспертам делать такие оптимистические заключения по поводу будущего Украины. Однако сегодня уже прошло 30 лет с момента начала структурных преобразований народного хозяйства, и мы можем сказать, что Украина сегодня оказалась на периферии глобального капитализма и фактически полностью утратила свой мощный научно-технический промышленный потенциал и превратилась в поставщика преимущественно сырья и дешевой рабочей силы. В результате 30-летнего этого рыночного эксперимента под эгидой Международного валютного фонда и других наднациональных организаций Украина не смогла даже приблизиться показателям ВВП СССР 91 года. Ее положение по сравнению с другими советскими республиками, в том числе сегодня обсуждаемыми нами Россией и Белоруссией, они намного хуже. Положение Украины сегодня является, ну, по факту плачевным, особенно с учетом того тяжелейшего военно-политического кризиса, в котором находится наша страна. Я не буду детально останавливаться на экономических показателях, только подготовила слайд, чтобы, в принципе, проиллюстрировать, потому что в основе всех сегодняшних социальных проблем, большого количества социальных проблем Украины лежит как раз экономический слом, экономический провал Украины. Мы видим, что, как я уже отмечала, ВВП Украины оно составляет чуть более 60% по сравнению с советским, да, периодом, ну, 90-го года. Также другие, то, что предыдущий выступающий говорил, что одной из ключевых проблем является долговая зависимость. Да, она огромна, 80% ВВП составляет валовый внешний долг Украины. И, безусловно, вот эта экономически сложная ситуация, она обуславливает многие социальные проблемы, о которых я сегодня хочу рассказать. С ключевым социальным последствием рыночных реформ можно отнести массовое вымирание населения и обнищание его, высокий уровень трудовой миграции, прекаризацию труда, рост неравенства, социальной несправедливости, атомизация украинского общества и бесправность народа, а также истощенность общественных институтов. Украина сегодня является одной из наиболее стремительно вымирающих стран в мире.
Ежедневно, каждый час население Украины сокращается на 47 человек. В целом, за первое полугодие текущего года численность жителей Украины сократилась на почти 200 тысяч человек. И по прогнозам ООН, население нашей страны к 2100 году сократится до 24 миллионов человек. Хочу напомнить, что на момент выхода Украины из, на момент обретения независимости, население равнялось 52 миллионам человек. Слом социалистической системы хозяйствования в украинских условиях привел к негативной деиндустриализации, ликвидации сотен тысяч хороших рабочих мест промышленности, массовой трудовой миграции и общей прекаризации труда в Украине. Вследствие изменения отношений собственности сформировалась новая социально-классовая структура на противоположных полюсах, которые, с одной стороны, оказались олигархические мафиозные кланы, которые сосредоточили в своих руках всю политическую, экономическую власть в стране. С другой стороны, многочисленный класс наемных работников, который оказался полностью отстранен от реального участия в управлении политической жизни в Украине. Кроме сокращения численности занятых, вот здесь на этом слайде вы можете увидеть, что на треть уменьшилась численность занятых в Украине. В трудовой сфере еще произошли такие негативные существенные изменения, как существенный рост нестабильности занятости, распространение нестандартных, неформальных видов занятости, усиление неравенства в сфере труда, а также произошло становление феномена работающих бедных. Безработица и низкая оплата труда привели к росту внешней трудовой миграции. По экспертным оценкам, отток работников за границу колеблется от 4 до 10 миллионов человек. Переводы мигрантов сегодня равняются примерно 13 миллиардов долларов в год, что превышает уровень заимствования, которые по сути выпрашивает Украина сегодня от Международного валютного фонда. В целом в стране очень высокие миграционные настроения. О своем желании выехать на постоянное место жительства в другую страну сегодня заявляет 40% населения. Если посмотреть этот вопрос в динамике, то это максимальный показатель за последние 6 лет. Как видите, в феврале 2015 года таковых было 28%. Что касается вообще социально-экономического положения населения, то мы можем констатировать, что за годы таких системных неолиберальных реформ в Украине сформировалась и закрепилась модель дифференциации, так называемая модель двухъярусного типа, когда большинство населения проживает в условиях бедности и малообеспеченности, и совсем незначительная часть населения относится к богатым и сверхбогатым. И вот отсутствие значительной доли населения со средним достатком делает украинское общество чувствительным к экономическим, политическим колебаниям, кризисам, выступает базовым фактором его нестабильности. В целом бедность в Украине носит массовый характер. Согласно опросам Института социологии, средняя украинская семья тратит на продукты питания порядка половины своего совокупного семейного бюджета и еще 30% на оплату коммунальных услуг. То есть подавляющее, можно сказать так упрощенно, что средняя украинская семья – это бедная семья. Что касается субъективной идентификации, то согласно последнему исследованию Государственной службы статистики, которое было озвучено в августе текущего года, почти 70% представителей украинских домохозяйств отнесли себя к бедным. В то время как к так называемому среднему классу отнесли себя только 1% опрошенных представителей домохозяйств. Промежуточное положение, может, сказали, что они еще не бедные, но еще не средний класс. Ну, треть, как вы видите по слайду, треть опрошенных так себя характеризовали. Малообеспеченность украинцев носит хронический характер, как я сказала, и в результате пандемии COVID-19 большинство населения оказалось в условиях множественных лишений, крайней неопределенности и острой нехватки жизненно необходимых ресурсов. А истощенное за годы неолиберальных реформ государства
придачу к тому, находящимся в сильной внешней долговой зависимости, оказалось неспособным реализовывать адекватную в данных условиях социальную политику, нацеленную на поддержку широких слоев населения. Коронакризис, как и следовало ожидать, он не стал импульсом к созданию, реализации позитивных механизмов его преодоления. Наоборот, большинство жителей избрали негативные образцы поведения, в частности, экономию на базовых товарах и услугах. Как показывают результаты социологических опросов, сегодня только 5% населения может жить и не экономить на чем-либо. В то время как больше 40% экономят на продуктах питания, одежде и обуви экономят половина украинцев, на лечении, покупке медикаментов каждый третий взрослый украинец. Еще одной яркой иллюстрацией сегодняшнего состояния Украины является высокий уровень неравенства и резкая дифференциация населения по уровню доходов и богатства. Разница между доходами верхних 10% населения и нижних по доходам 10% населения в нашей стране равняется соотношению 1 к 40. Особенно острым сегодня является неравенство в сфере труда, когда уровень заработных плат топ-чиновников и госуправленцев в Украине превышает среднемесячный уровень по стране в примерно 60 раз, а в отдельных случаях и в 130 раз. Сложившаяся олигархически клановая система управления с глубоко укоренившейся коррупцией и неравенством противоречит интересам большинства населения и ожиданиям широких слоев населения. Социологические исследования показывают, что большинство украинцев сегодня являются сторонниками более справедливого общественного устройства и считают нынешнюю систему несправедливой и действующей в интересах только богатых слоев населения. Существующее в Украине неравенство доходов признают несправедливым 89% населения, распределение богатства 87%, систему формирования заработной платы наемных работников 83% граждан нашей страны. В целом несправедливым украинское общество считает 72% населения, а индекс социальной справедливости, рассчитанные нами в текущем году, равняется 9. По шкале, где 0 – наименьший уровень справедливости, а 100 – самый высокий уровень справедливости. Наиболее часто украинцы, как показывает наш опрос, сталкиваются с несправедливым, по их мнению, отношением к себе в сфере труда, в процессе трудовой деятельности, при оплате труда, при попытках устроиться на работу. Не сделало украинское общество более справедливым и так называемый Евромайдан, несмотря на большие ожидания многих жителей нашей страны. По мнению половины респондентов, это опрос этого года, после Евромайдана украинское общество стало еще более несправедливым, чем было до него. А каждый третий украинец уверен, что справедливости было больше в советское время. Массовая малообеспеченность, низкий уровень социальной мобильности и всеохватывающей коррупции стали причинами высокого уровня недоверия жителей к ключевым государственным институтам. И сегодня Украина оказалась в ситуации, когда вот это массовое хроническое недоверие, которое фиксировалось социологами на протяжении длительного времени, оно приобрело конкретные негативные проявления и напрямую угрожает жизни и здоровью населения. Так как, по нашему мнению, оно вылилось в массовом отказе от вакцинации, и сегодня это представляет реально большую очень проблему для нашей страны. В настоящее время вакцинировано всего чуть меньше 88 миллионов человек, это меньше 20% от общей численности страны, а половина населения Украины вообще не соглашаются, заявили о своем несогласии вакцинироваться, даже если любая вакцина будет доступна и если это будет предложено сделать бесплатно. Наш тезис о том, что кризис доверия трансформировался в кризис вакцинации и реальную угрозу жизни и здоровья населения подтверждает один из опросов, вот он представлен на слайде, когда мы увидели, что именно недоверие всем существующим на сегодня вакцинам, недоверие власти в данном вопросе, недостаток информации и отсутствие грамотной организации процесса составляют основную долю аргументов лиц, отказывающихся от вакцинации. Вот.
это сегодня большая проблема для нашей страны, которая очень сильно претерпает от последствий коронавирусной стихии. Одним из ключевых вопросов с учетом всего вышесказанного является, который часто задают социологам, является, почему, если все так плохо, украинцы не протестуют против ущемления своих прав и ухудшения условий жизни. Несмотря на вот колоссальные проблемы, которые существуют в нашей стране, и, более того, дальнейшее ухудшение условий жизни, в стране, по сути, отсутствует социальный протест. А уровень организации населения для защиты своих экономических, политических интересов крайне слабый. Одними из ключевых причин этого является уже названная мной массовая трудовая миграция, когда выезжают трудоспособное население, способствуя укреплению нынешней власти, то есть они не принимают жизни в каком-то протестном движении и так далее. Конечно, хроническая малообеспеченность, когда население вынуждено постоянно находиться в процессе борьбы за существование, ему не до каких-то политических активных действий. И также наряду с этим большую роль играет, по моему мнению, та пропаганда, которая ведется власть имущими, которая направлена на атомизацию общества и нейтрализацию самого понятия общества и общественных интересов в качестве объекта сознания. Особую роль в этом контексте также сыграла так называемая политика декоммунизации, когда мы знаем, что с 2015 года в стране на официальном уровне была запрещена деятельность или существенно, скажем так, усложнена деятельность коммунистических, левых партий, социал-партий и профсоюзных, кстати, организаций, общественных организаций такой левой направленности. Ну, конечно, справедливости ради необходимо отметить, что не только это, но еще до Евромайдана, если не ошибаюсь, в 2010 году были приняты изменения в избирательное законодательство, согласно которым был введен обязательный взнос, денежный залог для участия в выборах. И, конечно, это очень сильно уменьшило возможность партии и отдельных людей, не имеющих больших материальных ресурсов и поддержки со стороны олигархата, принимать участие в выборах и, соответственно, политической жизни страны. Таким образом, на сегодняшний день мы можем констатировать, что украинское общество является фрагментированным и сильно расколотым. Долгосрочные мониторинговые социологические исследования по разным вопросам экономической и политической повестки указывают на существование в Украине трех основных линий раскола. Это по экономическому признаку, возрастному и региональному признакам. Состояние украинского общества на сегодняшний момент таково, что оно не способно эффективно сопротивляться антинародным реформам и хоть каким-то более-менее эффективным способом участвовать в политической повестке дня. При этом сразу отмечу, что без реальной социальной активности населения, в первую очередь представителей наемного труда, сколь-нибудь существенные изменения, они, по сути, невозможны. И, конечно же, ключевой вопрос, что же делать в этих условиях. Единственная, на мой взгляд, возможность преодоления острого экономического, социального, системного кризиса в нашей стране лежит в отказе от неолиберальной политики, проведения политики реальной борьбы с вот этой всеохватывающей, всеразъедающей коррупцией и перехода к построению социально-экономической системы с более равным распределением общественных благ. Несмотря на большое количество разъединяющих тем, условно разъединяющих, которые искусно бросаются украинскому населению для усиления конфронтации, это вопросы истории и так далее, есть и так называемые объединяющие темы, но об этом мало кто говорит. Это установление мира в нашей стране, этого хочет подавляющее число населения нашей страны, несмотря на регион проживания и так далее. Наличие достойных условий жизни, повышение благосостояния простого народа, реальная борьба с коррупцией и уменьшение неравенства в нашей стране. Вот это ключевые запросы украинского общества. И именно они могут выступать теми точками, по которым можно сшить украинское общество. Но тут ключевой вопрос, а кто же будет сшивать и заинтересована ли сегодняшняя власть в этом так называемом сшивании. На протяжении длительного времени в Украине существует очень сильный, мощный запрос на социальную справедливость. Это не только в Украине, это, в принципе, фиксируют социологические исследования и во многих странах мира.
справедливо, согласно многочисленным опросам, входит в список наиболее важных для людей составляющих жизни наряду с материальным благосостоянием и социальной защищенностью. Подавляющее большинство жителей нашей страны считает важным для себя отсутствие значительного социального расслоения, наличие равных возможностей для всех. При этом в последнее время этот запрос только усиливается. Вот мне кажется, что как раз задача перехода к такому обществу, более равному, более справедливому по отношению к большинству населения, вот этой задаче должны быть подчинены усилия всех прогрессивно мыслящих и патриотически настроенных жителей нашей страны. Спасибо за внимание. Спасибо, Виталина. Ох, не добавила нам оптимизма в конце. Это очень интересная ситуация. Я вот так слушаю, выходит, что у нас два фактора, получается, уникальная ситуация. С одной стороны, в Украине как бы есть какие-то более демократические свободы, если сравнивать с соседями, но при этом большинство граждан не имеет политического представительства, да, в стране. Это большая проблема, потому что да, нуждами большинства наемных, значит, работников никто не занимается, никто их не представляет. А с другой стороны, у нас уже есть кризис государства, которое не готово делать никакого даже подобия патернализма и социального обеспечения, как есть там в той же Беларуси, да, и частично в России. И в таких условиях, да, твой слайд про эмиграцию выглядит вполне как бы правдоподобным и подтверждающим, да, то, что все как бы не очень хорошо. Да, но, друзья, я надеюсь, вы еще не расслабились, хоть пятница и вечер, потому что у меня есть всякие провокационные вопросы. Если вы не зададите своих, то я буду задавать их. Вот, я тут читаю чат у нас. Угу. В общем, тогда я тут позаписывал себе, я начну вас дергать. Первый вопрос к Феликсу. В Украине считается, что есть, ну, вот, допустим, условно среди левых есть американский империализм, российский, и вот Украина между этими двумя молотами наковальней. А что, значит, насчет Европейского Союза и Германии? Ведь сегодня, мы знаем, с дня на день запустят Северный поток, и это как бы прагматическое экономическое решение, я так понимаю. И вопрос у меня к Феликсу. Готовы ли, есть ли какая-то часть элиты, да, в Германии, особенно после выборов этих, когда, вот, скорее всего, эсдеки будут при власти, действовать, скажем, не в поддержку Украины в этом плане, и, или нам ждать, как бы, продолжения такого прагматического экономического курса, который был у Меркель. Вот, нам интересна эта экономическая часть, потому что раньше транзит через нашу трубу составлял достаточно серьезную статью доходов в бюджете, тоже это были миллиарды долларов. Вот, интересно, что мы прогнозируем в Германии на этот счет? Сразу отвечать, да? Или будем еще, может быть, несколько вопросов? Хорошо. Но я думаю, что вопрос Северного потока на самом деле решен. Да, здесь любое правительство эту тему больше трогать не будет. Другой вопрос – это так называемый зеленый курс Евросоюза, о котором сейчас, особенно в Германии, очень часто и очень много говорят. Это очень важный вопрос, потому что, с одной стороны, зеленый курс обещает борьба с глобальным потеплением с помощью технологических инноваций, а с другой стороны, это попытка преодолеть экономической стагнации и таким образом, ну, посредством перехода к новому зеленому капитализму. И, конечно, в этом контексте сейчас теперь находится новое немецкое правительство, особенно потому, что зеленая партия сейчас будет играть довольно важную роль в немецком правительстве и в немецкой политике. Я думаю, что на самом деле этот зеленый курс, он интересный, потому что он оказывает давление и на соседние страны Евросоюза, например, в том числе на Украину
и на Россию, так как поскольку эти страны, поскольку Евросоюз является главным рынком для этих стран, ну, главным рынком экспорта. И поэтому я боюсь, что или можно опасаться, что тут возникает какой-то зеленый остров Евросоюз, который окружен стран коричневого капитализма, которые и дальше должны или являются поставщиками сырья, и где находятся те грязные предприятия, которые и дальше Евросоюзу, потребителям Евросоюза должны, нужны. Поэтому я тут, честно говоря, не вижу никакого изменения политического курса насчет Украины или России. Я, честно говоря, ожидаю, что ну, есть уже попытки да, включить Украину в этот так называемый зеленый курс. Очень на уровне правительств обсуждают возможность производства зеленого водорода в Украине и его экспорта в Евросоюз. Так что я больше в этом контексте вижу возможности для изменения. А в основном я думаю, что вот экономический курс Евросоюза в отношении Украины так и продолжается, как и есть. Спасибо, Феликс. Да, как раз мы сейчас готовим исследование по зеленому водороду и того, как он будет экспортироваться в ЕС, я приглашаю почитать потом у нас в журнале. Тем временем у меня есть вопрос от Юлии. Сейчас вот, просто вопрос обо всем глобальном, как нам объединиться и сделать мировые изменения. Итак, вопрос, что делать, спрашивает Юлия. Запрос на справедливость, которую пытается воплотить капитализмом, как настойка от ромашки, от ковида помогает. Как вести борьбу идеи, она спрашивает. Зеленый капитализм, да, о котором Феликс говорил, все равно капитализм, и все будет решаться на рынке, и там же устанавливаются цены на чистую энергию. Вот. Я так понимаю, главный вопрос, как вести борьбу идей, может, кто может прокомментировать. То есть как вести в условиях, когда нет якобы альтернатив капитализму, продвигать что-то свое. Может, кто хочет ответить? То есть можно немножко уточнение? То есть я что вижу, вот этот вот запрос, Виталина, что вы, о котором вы говорите, запрос на справедливость, он действительно он существует в Украине, он существует везде. Мы видели огромные протестные движения глобальные против социального неравенства, против расового неравенства, несмотря на локдауны, несмотря на ковид. Если бы пандемии не было, эти протесты были бы еще больше. Потому что на самом деле эти пластырные примочки на раковое тело капитализма, они только оттягивают его распад. Это рыночная система не работает. Да? И что вот сейчас, насколько я наблюдаю, что я вижу, что получается? Получается опять вот этот вот хайджекинг, то есть идет попытка зеленым капитализмом как бы своровать вот это социальное неудовлетворение в глобальном масштабе, то есть сохранить систему такой, какая она есть, только за счет государства, опять же, будут финансироваться большие корпорации, тот же зеленый водород, который многие научные сотрудники говорят, его просто не может быть зеленым, потому что насколько энергетически интенсивная технология есть, потому что я работаю немножко над энергетикой. Уран уже разметают на рынках международных, то есть, опять же, те же корпорации, которые нам продавали с вами нефть, будут продавать ядерную энергию за те же деньги. Да? То есть вот эти моменты очень, очень интересные. Как бы, как сделать так, чтобы опять же капиталистический класс не своровал, вот, не сманипулировал этим недовольством и не перевернул это в новый виток накопления и разворовывания природных ресурсов.
и при этом уже поглотил вот это вот недовольство, осуществляя какие-то зеленые рабочие места, все пятое, десятое, но опять же больших корпораций. Следующий, говорит Илья, я так понимаю, поднимал руку, да? Да. Да, но у меня небольшой комментарий, может быть, вот по касательной про то, что Юлия говорила, про то, как нам как бы убеждать людей, да. И я смотрел цифры опросов по России, и они очень близки к тому, что вот Виталина показывала по украинским данным. То есть вот запредельная степень неудовлетворенности как бы социальным порядком, там сколько людей считают, что неравенство слишком высокое, там больше 90%. Сколько людей считают, что государство должно бороться с неравенством, больше 90%. То есть, в принципе, наши страны очень близки по тому, как люди воспринимают как бы сложившуюся там экономическую систему, и цифры, казалось бы, такие, что там не просто большинство, а оно такое, вот все остальные мнения на уровне погрешности. То есть как бы все уверены, что нужно что-то менять. Но при этом надо честно признать, что социальные требования плохо артикулируются и в России, и в Украине тоже они плохо артикулируются, даже на политических протестах, как бы все равно вот именно социальная повестка, она уходит на второй, в лучшем случае, план, а так и до третьей, на десятый, или вообще никак не выражается, да. И мне кажется, вот это вот интересный такой феномен, то есть, в принципе, вот, ну, если бы мы среднему человеку рассказали, что мы хотим там повысить расходы на образование, медицину, пенсии и так далее, все бы согласились там двумя руками, или там как-то перераспределить деньги от олигархов к обычным людям. Тоже все бы согласились. Но, тем не менее, вот в политику эти требования не проникают. И мне кажется, что ну, у этого много причин. Это сложное явление. Да? И, собственно, про что вот Юлия говорила, как нам убедить людей. Но есть такая проблема глобальная, что у людей вот в России, мне кажется, в Украине тоже, у них такая немного расколотая как бы личность. В том смысле, что у них есть такие абстрактные представления о том, как должно быть. Например, не должно быть неравенства этого запредельного, там должны быть больше социальные расходы. И одновременно они в обычной жизни эту свои абстрактные эти идеи, они как бы не смешивают их со своей повседневностью. То есть в повседневной жизни они как бы неолибералы, они надеются сами на себя, на свою семью, да, на свои собственные силы. В принципе, они как бы особо не жалуются там никому, что им тяжело жить. То есть вот Виталина сказала, что там абсолютно большинство людей в Украине себя оценивают как бедных. Но при этом это не значит, что они готовы выходить там и протестовать. Они готовы выживать, как бы выживать и... Это индивидуальные такие траектории жизненные. Вот. И вот проблема, на самом деле, в этом разрыве. Проблема не в том, что там в России и в Украине никто не верит в социальное государство, и никто с нами не согласен. Все как бы согласны, но никто ничего не хочет делать, да, потому что как бы есть вот этот разрыв между такой повседневной установкой на выживание, опору строго на собственные силы и вот этой вот абстрактной идеологией. Вот вопрос, как разрыв этот преодолеть. Конечно, по идее он преодолевается какими-то успешными коллективными действиями. Когда люди хоть немного чувствуют, что они вот объединились и чего-то они добились, сразу же между абстрактной вот этой лозунгами, как бы жизнью, хоть какой-то появляется связь. Но для подавляющего большинства людей нету такой опции, нет у них такого опыта, никаких коллективных действий. Поэтому, конечно, вот вопрос, что делать в этой ситуации. Вот. То есть, как минимум, значит, ответ на этот вопрос не в том, что нужно как-то пропагандировать просто абстрактные левые идеи. То есть, все, в принципе, согласны с левыми идеями. Нужно сокращать неравенство, олигархи – это плохо, там, да? Вот все согласны, но вопрос в том, как это претворить в жизнь, как превратить в актуальную политику это. Такая была у меня мысль, которую хотел поделиться. А интересно послушать, может быть, Вячеслава в плане как раз того, что у них были протесты, они тоже были социально не окрашены, и мы, когда делали интервью с участниками, то я так понимаю, движение профсоюзное в Беларуси сейчас, в принципе, не на подъеме. И то, что произошло с изменением, да, давно уже в трудовом законодательстве, когда людей посадили на срочные контракты. Интересно, да, что в этой среде там сейчас? Есть ли какие-то подвижки, может, после протестов люди начали как-то осознавать свои социальные требования и так далее?
может ответить. Понимаете, ну как бы опять-таки пытаться Беларусь втянуть в дискурс там отсутствие доверия к власти на уровне как бы вот Украины, России, это опять-таки немножко неадекватно. Белорусская, как я уже сказал, система, она отличается. Она отличается тем, что как таковых вот государство не схвачено олигархами, условно говоря. Государство, оно само контролирует само себя. Была попытка сдвинуть государство с позиции, но опять эта попытка не увенчалась успехом. И это большая разница. То есть нельзя как бы ставить на один уровень Украину, Беларусь и Россию. Разное понятие. Разное совершенно. То есть как бы это кому-то не нравилось, да, мы все славяне, мы братья, там, мы сестры там, и так далее, но Беларусь это немножко отдельный случай. Это реально отдельный случай. И говорить, что вот протесты были там, да, естественно, были, они есть, протестов более чем достаточно, но просто не удалось эти протесты повернуть в охлократическое русло, я бы так сказал. Вот мы говорим о олигархах, а есть же еще такое понятие, как охлократия, да, то есть когда вот за этими протестами, революциями кто-то потом выходит, как говорится, в коридор власти и садится там, как его называют, неважно, как бы там Янукович или там Зеленский, то есть, по сути дела, да, какая-то вот ширма создается на улице, толпа, там, что она там протестует и так далее. Это немножко не совсем то. Что касается профсоюзов, опять-таки, да, ситуация действительно плачевная, если мы говорим о профсоюзах как о реальном институте, его классическом понимании, как он создавался там, в 19 веке, допустим, да, там, чартизм и так далее. Ну, таких профсоюзов, конечно, в Беларуси нет и быть не может. Не может, потому что, ну, мы же сейчас говорим о 30-летии распада Советского Союза, то есть, ну как Беларусь может что-то здесь, как говорится, ну, с точки зрения политэкономии придумать, мы просто выживаем, да, но, опять-таки, идеального какого-то образа выживания нет. Беларусь это не немцы, не немцы. Естественно, доверие государству тоже на очень низком уровне, на крайне низком уровне. Потому что надо понимать, что у любого нормального гражданина Беларуси, ну, как я понимаю, всех сидящих, да, ну, как можно доверять государству, которое ограбило народ 30 лет назад? Хотя бы вот через вот эту вот денежную реформу там и так далее, эту вот гиперинфляцию, эту либерализацию, чего там все начиналось, да. Вот было накоплено, как говорится, поколениями столько много всего, там, миллиардов советских рублей, которые одномоментно исчезли. Как после этого можно какому государству, как институту есть? Такого нигде не было, может, только в Веймарской республике было, да, к чему это привело, лучше не вспоминать. Очень быстро, через 15 лет буквально все было поставлено на место в Германии. У нас 30 лет уже, как бы мы разговариваем это, об институтах и так далее, но поворотов таких, разворотов резких нет. И не дай бог, чтобы они были, как в Германии, там, вот в тот период, 100-летней давности, не дай бог. На самом деле. Хотя предпосылки, конечно, какие-то уже где-то есть. Да, то есть гидронационализм, вот это вот эти межнациональные конфликты, за которыми кроются, конечно же, интересы отдельных олигархических, периферийных, капиталистических и прочих интересов, да, то есть они есть. Ну, профсоюзы у нас тоже есть, они формальны. Я сам работал в их структурах, я понимаю, что это просто, ну, цирк. И я вот честно просто для себя сделал такой вывод, что вот, ну, никогда в жизни больше я в профсоюзах не участвую, по крайней мере в тех, которые они вот есть в Беларуси. Там 80% работников, 1% отчисляют, да, но на самом деле, если ты хочешь свои права какие-то там отстоять, ну, это последнее место, куда тебе стоит идти, потому что, ну, тебя сразу просто найдут причину как-нибудь сдвинуть с твоего места, там, уволить, по сути дела, не подписать контракт, да. Будет задействована тысяча и одна какая-то там лазейка, там механизм и так далее. Они все обо всех знают. Это, я бы так сказал, это мафия какая-то вот в Беларуси, по крайней мере, вот эти люди, которые там профорги или там профсоюзные ячейки эти. Ну, а с другой стороны, есть, конечно, независимые профсоюзы, но это тоже, это политизированные структуры, которые оторваны от реальных каких-то процессов своих коллективов. Да, они акцентируют на политические права, но, опять-таки, как бы это цинично не звучало, в том числе и от меня, человек, который вроде бы должен как-то разбираться в этих правах, если работал с советом Европы, да, ну, большинство населения политические права, они не представляют такой вот, как бы сказать, абсолютной ценности. Они где-то на последнее место его сдвигают. В первую очередь, конечно, экономика.
социальная сфера, а потом уже там думают о политике, о демократии. Демократия, что есть у нас ругательное слово очень часто, надо признать, да, то есть вот там демократы, либералы и так далее, там еще более какие-то используются эти суффиксы и окончания, да, ну, как есть. То есть кризис, вот, о котором Илья сказал, вот, в плане того, что разделение личности как бы на либеральную, индивидуальную и какую-то там, может быть, социалистическую общественную часть, да, но это кризис институциональный, то есть института доверия нет в обществе. И оно просто так не появится, там государство скажет, что сейчас вот в Беларуси говорят, год народного единства, да, но государство это понимает только так, вы должны согласиться с нашей позицией, и никак иначе, если вы не согласны, вы, значит, эти террористы, раньше это называлось оппозиция, теперь точно террористами, да, то есть ну, доверие это... Такой процесс, который, если один раз потеряешь, мне кажется, создать, потом воссоздать, и этот институт практически невозможен. Особенно, если речь идет вот о нашем регионе, постсоциалистическом. Все-таки мы родом из системы, которая была построена на принципах социальной справедливости. И если мы сейчас говорим о каком-то юбилее краха этой системы, ну, собственно говоря, о чем мы тогда говорим? Социальная справедливость была потеряна. Сейчас ее вернуть, это как попытаться восстановить отношения в семье, испорченные измены. Реально так испорченные, так конкретно. При том, что с близкими людьми, конечно. Я прошу прощения, может быть, я немножко утрирую там и так далее, но это просто мысли в пятничный вечер, когда хочется немножко расслабиться, на самом деле. Да, сейчас еще немножечко. У нас есть, спасибо большое, вопросы еще в Фейсбуке. Так, еще был вопрос, да, уже если завершить тему Беларуси, может только кратко ответить то, о чем я говорил по поводу, как вписывается в социальное государство понятие страхового договора трудового. Вот то, что в Беларуси перешли на от бессрочных трудовых соглашений, да, на эти вещи. Ну, это пример политического партикуляризма, если так выругаться уже конкретно, да, то есть, по сути дела, 20 лет назад это произошло, это был введен режим короткого такого рычага контроля за, говорится, рабочим народом, потому что, ну, опять-таки, государство самый крупный наниматель, ну, кто-то, наверное, там подсказал, что, ну, а как по-другому? А как по-другому решить вопрос контроля? Только так. Потому что бессрочный договор, по сути дела, это реальная демократия. Человек может себе позволить тогда все на своем рабочем месте. А если это срочный договор, приходится молчать или как-то там подстраиваться. Ну, я замечу, это было уже 20 лет назад. Это, да, и, как бы, и после этого Лукашенко довольно успешно лавировал, адаптировался и так далее. Сейчас вот попытаться вот вытащить вот эту вот проблему вверх, ну, опять-таки, тогда надо забыть последние 20 лет истории социально-экономической Беларуси. А она никуда не исчезает, она есть. И место Беларуси в регионе тоже от этого как-то сильно не меняется. Спасибо, да. В общем, та же тенденция, что и в Украине. У нас тоже были даже протесты по поводу, в разных сферах, по поводу перехода на эти страховые контракты. Следующий вопрос к Илье. Как вы относитесь к Elite Bargaining Theory of Strike? Ага. То, что в России рабочие протесты в большей степени объясняются торгом между федеральными и центральными элитами, связки с местным капиталом в контексте электорального процесса. У нас так рабочие протесты объясняются. Да. Честно говоря, что рабочий протест это торг между разными элитами. Может ли это быть? Да, честно говоря, в России очень мало рабочих протестов просто. Вот. И большинство из них на самом деле это классические такие спонтанные вспышки недовольства, в основном из-за невыплаты зарплаты, ну или какие-то более системные явления, как там забастовки курьеров там, в Delivery Club, да, в этих приложениях по доставке еды. Вот. Я не думаю, что они объясняются торгом. То есть, мне кажется, это какая-то теория из как раз кризиса 8-9 года, когда были забастовки на вот Пикалево, да, и считалось, что это какой-то способ давления там Дерипаски, олигарха на нашу власть,
что тогда была такая вот теория конспирологическая, что олигархи давят на государство с помощью рабочих протестов для того, чтобы получать субсидии. Вот так примерно. Вот. Но я в это особо не верю, и в России все очень сильно изменилось. Сейчас олигархам не дадут устраивать никакие протесты, как бы инспирировать любой протест, тем более рабочий, это для власти однозначно как бы проблема. Вот. Поэтому для торга это никто не будет использовать. Если есть какой-то протест, значит, это настоящий протест. Да и тогда тоже, по большей части, это были самые настоящие протесты, а не торг никакой. Ну, то есть торг между рабочими, да, и работодателями, в которых как бы протест – это инструмент добиться выплаты и повышения зарплаты. Вот. Вот так бы ответил. Спасибо. Еще есть, боже мой, еще есть три вопроса, как минимум. Первый вопрос – это к Виталине. Насколько ты считаешь, и, грубо говоря, насколько дубинка вот эта МВФ используется в Украине властью? То есть, может быть, есть такое мнение, что на самом деле эти реформы мы сами, украинская власть прописывает, а не ориентируется на МВФ, и в МВФ тоже не все так плохо, и там есть нормальная часть людей в руководстве. Вот такой вопрос. Типа, насколько это действительно требование сокращать социалку, или насколько это выгодно прикрываться Международным валютным фондом и другими организациями для Украины? Мне кажется, тут двоякий процесс. С одной стороны, Международный валютный фонд – это институт международный, который является драйвером неолиберальных реформ. И они проводятся под копирку во многих странах мира. И были и исследования по этому поводу, что они являются абсолютно неэффективными, и ни одну страну они к прогрессу, скажем так, и улучшению жизни не привели. Вот в условиях Украины, что касается Украины, вот первый выступающий Феликс, он отметил, что впервые вот вообще вот эти неолиберальные подходы, да, они были применены в Чили, то есть они были разработаны для, скажем так, для слаборазвитых стран, вот, и они точно в такой же, скажем так, пакет реформ был предложен для Украины. Украина, как я отмечала, она была все-таки сильной экономической страной, вот, на момент 90-го года, и даже по некоторым показателям она, то есть она изготавливала такую продукцию, и так была развита наука, технологически развита была страна, что не более десятка стран там, да, изготавливали такого же уровня товары, как Украина. И в точно таком же варианте, как для слаборазвитых, был предложен пакет реформ и для Украины. Это тоже, конечно, сыграло свою роль. Плюс наложилось, конечно, в принципе, отсутствие, скажем так, государственнической стратегии новых представителей власти, государственной стратегии развития и плюс их стремление к обогащению любой ценой. То есть тут наложились несколько факторов. Нельзя обвинять только один Международный валютный фонд, понимаете? Потому что если мы с чем-то не согласны, мы как государство должны были как-то так свою политику выстраивать, чтобы не становиться полностью зависимым от него. И на сегодняшний момент мы абсолютно зависимы и, скажем так, они проверяют, они контролируют, они прописывают, они приезжают сюда как хозяева и так далее. И, между прочим, социология что показывает вот в результате и ухудшения жизни, которое идет этого диктата Международного валютного фонда, который сейчас очевиден очень многим, что в 2020 году, в прошлом году впервые наметился очень сильный не только рост недоверия к Международному валютному фонду и критического восприятия этой институции, но и он в два раза превысил число тех людей, которые позитивно его оценивают. То есть люди, в принципе, это понимают. Вот, но мне кажется, это большая иллюзия, что якобы либеральные реформы – это хорошо, просто в Украине, скажем так, местные коррупционеры все взяли и погубили. Ни одна страна, которая шла либеральным путем, она не достигла улучшения социальных показателей развития. Спасибо, Виталина. В общем, ясно, виноваты все. Тут, кстати, это вопрос, да, к суверенитету, почему вы приняли эти условия. И у нас есть еще вопрос для Юлии, как раз то, о чем она говорила, об утере суверенитета. И, ну, я пытаюсь найти позитивные какие-то примеры все-таки для нашей дискуссии. И вопрос звучит
Так, да, были ли хорошие примеры для борьбы с этим? Ну, когда, грубо говоря, после того, как мы потеряли суверенитет в взаимосвязях с международными кредиторами, может, есть какие-то позитивные примеры выхода из этой зависимости долговой? И, потому что мы видим, в случае Греции ну, не очень получилось, хотя там была суперподдержка. То есть и в этом ключе, на что можно рассчитывать Украине? Спасибо. Ну, на самом деле, я абсолютно согласна с Виталиной здесь. Хороших примеров не было, на самом деле. Потому что не та цель, которая пишется на бумаге у МВФ, когда они раздают долги. Вот, это во-первых. Во-вторых, вот у Украины был на самом деле была историческая возможность построить экономику, которая была развита, которая осталась бы развитой и которая бы не начала разваливаться как карточный домик. Потому что Виталина показала прекрасно в своей презентации, что Украина была развитой страной. И вот я сейчас работаю над проектом, я пытаюсь как бы построить, как бы переосмыслить этот переход к рынку, как не переход к рынку, а развал экономики. Потому что вот есть динамика развития экономик, которые были недоразвитыми и все остальное, всякая как бы пестрая теоретическая лексика употребляется иногда. Но Украина не была неразвитой страной. Украина была развитой, которую недоразвили в процессе, которую отбросили в процессе, потому что конъюнктура не бралась абсолютно никакому вниманию. Но вот этот вот исторический момент какой был, потому что Евросоюз, он не был таким колоссом, который он есть сейчас, но это было довольно-таки важное экономическое тело в 89-91 году, когда вот этот весь процесс развала начал серьезно происходить, они были довольно долгое время заняты поглощением центрально-восточной Европы. И немножко как бы там средиземноморские вопросы, политика neighborhood, соседство, как бы ее начало, вот это все. Россия была ослабленная в 90-е годы тоже. Довольное время. То есть был исторический момент у украинской, как хотите, олигархов, национальной буржуазии, какого-то своего державного класса возникнуть и что-то сделать толковое с этой страной. Что они сделали? Они разворовали. И вот из-за того, что вот эта конъюнктура сошлась так, я на данный момент без списания долга я не вижу, как Украине выбраться отсюда. Спасибо, Юлия. Нам нужно, да, понемножку заканчивать, но еще... Да, потому я прекращаю здесь. Да, будьте лаконичнее, пожалуйста. Первый вопрос по поводу зеленого курса. Есть мнение, вот пишет Петр Каратаев, что зеленый курс используют как дополнительное бремя для третьих стран, и надо ли как критиковать этот подход, когда... страны и производства, у которых не будет возможности перейти на зеленые технологии, вынуждены будут платить так называемый налог на доступ к этим рынкам. Может, кто-то, может быть, Феликс, потому что, я понимаю, занимается этой темой в Германии еще. Или кто-то по желанию, да, поднимайте руку или пишите слово. Только коротко, я совсем согласен, и, может быть, это тоже ответ на первый вопрос Юлии, что можно сделать, типа... Я думаю, что здесь, ну, это вопрос тоже левым силам, что можно сделать. С одной стороны, есть большой вызов глобального потепления, и здесь действительно вопрос, что-то надо делать, и это только вопрос, который можно решить совместно и не индивидуально, как каждая страна для себя. Это действительно вопрос, который требует... международную солидарность. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь развитые страны, как Германия, конечно, должны поменять свою внешнюю политику в смысле, что ставить вопросы развития, благополучного развития на первое место. Но тут в капиталистических условиях я так такой вариант не вижу, я не думаю, что это реально. Так что здесь для
Я думаю, что такие вопросы нужно поднять всегда с перспективой преодолеть капитализм. Да, это прозвучало на этой секции. Да, наконец-то. Конечно же, да, как долгосрочная цель. Еще Вячеслав хочет взять два слова по поводу экологии. Буквально, да, по поводу зеленого курса. На мой взгляд, если уже говорить, как говорится, называть вещи окончательно своими именами, ничего удивительного с точки зрения попытки реакции капитализма сохранить самого себя здесь нет. Это просто попытка очередная и будет успешно, никуда не денется, обеспечить технологическое преимущество. Просто вот мы говорим, по сути дела, сейчас о проблеме распределения, проблема номер один по Рикардо, да, но мы ничего не говорим об индустриализации. Мы ничего не говорим о конкурентоспособности, о, как говорится, increasing, decreasing return. Ну, и опять-таки мы ничего не говорим о технологиях. Да? Вот, вот, по сути дела, очередной шанс для капитализма, как говорится, возродиться из пекла, и он возродится. Потому что у него есть капитал для этого, потому что на это огромные деньги тратятся. Посмотрите, сколько стоит Тесла, и чего она столько стоит, как говорится, в сравнении с Мерседесом, БМВ и Ауди. Поэтому зеленый курс, очевидно, да, это вот глобальная тема, которая прикрыта экологическими, благими и так далее, там public concerns, но по сути дела это то, откуда нас поведут, а мы останемся там, где мы есть, в болоте. При том, что у белорусов проблем с этим никаких нет. Мы люди на болоте, мы были и мы останемся. А вот вопросы к России, к Украине, как более таким мощным соседям, у нас будут потом, да. Почему, например, когда-то мы вместе в космос первыми вышли, а тут мы будем, как говорится, в технологических, как говорится, отстающих? Опять. Вот это очень серьезный вопрос, мне кажется. Серьезнее, чем вопрос распределения. Хотя вопрос распределения, я серьезно согласен, просто надо, да, налоговым образом решать его конкретно. И не просто налоговым, но еще и юридическим, да, как-то вот офшоры эти прикрывать. Просто закрывать какие-то лазейки все вот эти, потому что одним налоговым маневром ничего не сделаешь. Если не закроем вот эту всю вот офшорную катавасию, которая открылась буквально лет 25 назад. Спасибо. Ну, вопрос, да, политической воли. Кто будет это, если в Украине эти люди живут, грубо говоря, в парламенте, то как они будут закрывать? Может быть, у вас немножко проще в этом. Еще, значит, смотрите, мы дадим слово Юле, и потом, если кто-то хочет очень кратко что-то высказаться, то мы дадим слово, если нет, то будем завершать. Юля, кратко. По-моему, Виталина поднимала еще руку тоже. А, я не увидела. Да, быстро. Я согласна с Феликсом и с Вячеславом. Во-первых, вопрос налоговый очень важный. Но еще налог того, кто будет собственником этих всех предприятий. Должна быть экспроприация инфраструктурных и природных ресурсов. И контроль рабочих и граждан над этими ресурсами. Без этого контроля распределение будет очень сложно удержать в чьих бы руках. И вот зеленый курс общественный, прекрасный термин, правильно, Александр? Commoning. Все нужно делать общественно. Электрические автомобили – это все прекрасно. Откуда возьмутся ресурсы на эти автомобили? Откуда возьмется энергия на эти автомобили? Должен быть горд общественный транспорт, который идет на зеленой энергетике. Но что важное в этом, вот этом зеленом курсе, Украина, например, для Евросоюза уже давно это сырьевой придаток для биотоплива, возможно, еще вот этот, вот как он называется, сланцевый газ по-русски, и все остальные вот эти моменты. То есть есть свои, опять же, сырьевой придаток. Что самое важное вот в этом международном моменте, что должно случиться, это, да, это очень важный вопрос поднял наша аудитория, что действительно этот зеленый курс, он очень дорого обходится более бедным странам. Поэтому degrowth и экосоциалисты говорят про историческую ответственность за выбросы и засорение окружающей среды и атмосферы. Те, кто его засорил, те, кто до сих пор на этом зарабатывает, те должны платить за озеленение планеты. Озеленение – это зеленые технологии, это не только деревья. Плюс изменение образа жизни в высокотехнологических индустриализированных странах. Быстрая мода, мобильный телефон каждые 3 месяца, это все должно прекратиться, потому что всякое грязное производство, которое происходит в Китае, например, где оно потребляется, да, сейчас растущий средний класс в Китае, но большинство, оно все равно идет на западные рынки.
И то есть вот эти все колоссальные культурные потребительские изменения, они должны происходить. И, естественно, об обществлении. Мне нужно тренировать мой русский опять. Виталина? Да, я хотела вот добавить, очень хорошо наши все выступающие сказали, только хотела добавить, что с помощью вот этого зеленого капитализма и вообще экологического вопроса в существующей системе еще преследуется цель ключевая, это, конечно, сохранение капитализма как системы, а второе – это консервация слаборазвитости других государств. Это немаловажный момент, что не дадут стать на путь индустриализации, там, технологического развития и так далее более слаборазвитым государством. Вот такая цель еще преследуется. И у нас тут не звучало, но сейчас, скажем так, в социологическом, политологическом дискурсе очень активно обсуждается вот эта идея так называемого инклюзивного капитализма. И даже известный Клаус Шваб высказывает эту идею, что и даже Международный валютный фонд, председатель, говорил о том, что необходимо введение системы распределения, выравнивания экономики и так далее. То есть, в принципе, то, что капитализм в кризисе признали все, в том числе и его апологеты, но они предлагают такие системы, ну, капиталистические, вот этот зеленый капитализм, вот, инклюзивный, такие модели, которые, по сути, сохраняют вот эту всю архитектуру капиталистическую, только какие-то внешние проявления немного склаживают для того, чтобы подавить недовольство населения. Как раз задача левых – предложить альтернативу, действительно привлекательную и способную мобилизовать население для борьбы за лучший мир. Звучит как хорошее окончание нашей дискуссии. Спасибо всем, кто смотрел, кто будет смотреть нас в записи. Спасибо фонду имени Розы Люксембург, который нас поддерживает в этой конференции. И это далеко не последняя панель. Завтра у нас, я анонсирую, будет еще разговор о миграции после дискуссии с режиссеркой фильма. И также о труде, о наемном труде сегодня. И тоже будет международная панель. Следите за нашими публикациями, за нашим сайтом, присылайте нам статьи. Спасибо всем участникам, была хорошая дискуссия. Мне кажется, что нам нужно будет продолжить как-то еще. И я думаю, что, может, если больше людей будут понимать то, о чем мы все сегодня говорили, и знание о том, как менять это, то, возможно, и будут эти организации, которые что-то смогут предложить. Я пытаюсь закончить на оптимистичной ноте. Спасибо всем. Завершаем трансляцию. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Спасибо огромное. Спасибо, Александр. Спасибо фонду Роза Люксембург. Спасибо всем, товарищи. Очень приятно общаться. Надо, спасибо. Да, больше таких панелей. Да. Тоже рад был всех видеть. До свидания, коллеги. Всего доброго. До свидания. До свидания. Хорошего вечера всем.